камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый-белый день, в цвету серебристый тополь, центифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Вернуться туда невозможно, и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад. Папа! Художник питается своим детством всю свою жизнь. От того, какое идет детство, в общем, зависит то, каким будет его творчество. Для меня, конечно, играло огромную роль то, что мой отец поэт, и что на меня оказало огромное влияние, в общем-то, его поэзия, его взгляды на нее, на русскую литературу, на искусство.